В Магадане выпускные в детских садах и последние звонки в школах пройдут в очном формате. Об этом рассказал мэр областного центра Юрий Гришан на брифинге для представителей СМИ. Мероприятия проведут с соблюдением всех санитарных норм. Собравшиеся должны быть в масках, перчатках. Кроме того, нельзя допускать большого скопления людей. Заполняемость помещений не более 70%. Также планируют провести общегородской выпускной вечер 2 июля. Сценарий сейчас готовим, местом проведения определяемся, какое будет. Я думаю, что для молодежи мы и предложим какую-то интересную программу, чтобы этот день заполнился. Короче, мы должны сделать все для того, чтобы дети, которые уедут учиться отсюда, чтобы они понимали, что мы их здесь очень ждем. У нас пройдет в очном формате и традиционное вручение золотых медалей. В том году, вы помните, за многие годы мы просто раздали, будем говорить, вместе с аттестатами медали, и вся как бы торжественность этого многолетнего труда школьников была потеряна. Поэтому все будет проведено в очном режиме.